16 марта на территории Одинцовского округа ежедневно проходит дезинфекцию более 6 тысяч подъездов. Для всех управляющих компаний разработан регламент санитарной обработки. За качеством проведения работ следят окружные депутаты от «Единой России» и активисты волонтерского центра. Стоит отметить, что в округе более 1000 адресов, где выявлена коронавирусная инфекция. Обработку в этих домах проводит специализированный центр дезинфекции Московской области.